Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики и гости канала. В этом видеоролике я вам расскажу, как закачать программу в смартфон для управления вот этой светодиодной RGB-лентой. Ничего сложного здесь там нет, как я уже говорил. Есть инструкция, правда, на английском языке. У кого с английским хорошо, тот разберется. А так надо сосканировать на своем телефоне вот этот QR-код и перейти по нему. Сейчас я вам это покажу. У каждого на телефоне, наверное, есть сканер. У меня он находится в папке «Инструменты». Открываю сканер, навожу на QR-код. Все, перешли на эту страницу. Нажимаем «Перейти на сайт» и выбираем, откуда скачать нам эту программу. Я перехожу в Google Play. Вот она, программа. У меня она уже закачана, так что мне остается только открыть ее. Ну, вам сначала надо будет зарегистрироваться. Не, я уже в ней зарегистрировался. Ничего сложного там нет. Вводите свой email, пароль, подтверждаете пароль и все. Потом входите в эту программу, в приложение, и пользуйтесь, регулируйте цвета, как вам угодно. Вот это измеряет интенсивность освещения. Можно выбрать любой цвет. RGB – это весь спектр, это весь цветовой спектр. Можно выбрать любой свет. Можно сделать, чтобы лента горела постоянно или переменно, как елочная гирлянда. А можно устроить и дискотеку. И лента будет моргать такт музыки. Сейчас я вам это покажу. Вот, включаю лампу. Вот этой кнопочкой загорелась. Здесь регулировка интенсивности освещения. Видно, да? Как-нибудь в стороночку. Вот. Здесь измеряется цветовая гамма. Красный, синий. Весь цветовой спектр. Управлять этим пультом можно не только из дома, но и через интернет, так сказать, из любой точки мира. Этот агрегат подключается к домашнему Wi-Fi, и вы можете управлять из любого места. Но мне это совершенно не надо. Чем буду включать лампу, когда меня нет дома? Ладно, это на всякий пожарный. Так, здесь есть еще какие-то настроечки, но я еще не разобрался, потом разберусь. Если кому интересно, расскажу вам. Есть таймер включения, можно задать время включения, выключения. А также можно устроить дома дискотеку, включить музыку. И под музыку танцевать. Ну ладно, пока остановим. Слишком громко, надо сделать потише. Так, еще вам показываю, как регулируется. Плохо видно. Сейчас я свет выключил. Поставим более красный цвет, например. И включаем музыку. Включаем музыку, устраиваем танцы. Потише надо сделать немного.
Может проигрывать любую музыку, которая есть на вашем телефоне. Как я уже сказал, может проигрывать любую музыку, которая установлена на вашем телефоне. И этим пультом вы можете управлять сразу несколькими устройствами. Вот здесь наверху имя устройства. Можно переименовать его, обозвать как хотите. Я еще никак не назвал. Но у меня одно такое устройство для пульта, поэтому я пока обзывать никак его не буду. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Подписывайтесь на канал. Кто еще не подписан, буду рад каждому новому подписчику. Всего вам доброго. До свидания. Удачи вам.